Здравствуй, дорогой друг и подписчик нашего канала Топи. Это вторая часть из страшного и загадочного места. В этом заброшенном тюремном замке мы решили оставить меня одного и проверить, как паранормальная активность подействует на мое одиночное времяпрепровождение здесь. Если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите ее. Подсказка на видео сейчас появится в верхнем правом углу экрана. В нем вы увидите небольшую историю и сеанс ЭГФ с помощью спирит-бокса. В этой же серии вы увидите 5 минут тишины и то, что произошло со мной в этой тюрьме. Не забывайте ставить лайк, делиться этим роликом с друзьями и писать комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас. Приятного просмотра и смотрите этот ролик до конца, чтобы не упустить интересные моменты. Друзья, а перед просмотром данного видеоролика я хотел бы попросить вас подписаться на наши инстаграмы. Помимо этих двух страничек, хочу, чтобы вы подписались на Топи Шоп. Ссылки на эти три странички будут в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Всем спасибо и приятного просмотра. Ребята, короче, сейчас уйдут, а я посижу тут один, не знаю, сколько я высижу, они выйдут из здания. И мне интересно, будет ли что-нибудь тут происходить. И все такое. Итак, друзья, здесь действительно опасно. Вот эта штука еще станет, блин. Жуть я вообще нагнал. Здесь очень-очень опасно вас. Ну, пройдет еще несколько лет, и мне кажется, что тут уже не залезешь. А стены, гляньте, какие толстые. Вот моя нога, чтобы вы понимали. Я не знаю, как тут жили зимой. Тут вот хоть и были батареи, но в 1800-м каких годах точно не было никаких батарей. Я не представляю, как люди в этих камерах зимой выживали. Это просто ужас.
5 минут тишины записались. Даже 6. Я выключаю. Возможно, на ребят. Ребята, это я не знаю, что это. Захлопнулась дверь. Короче, я не знаю. Я сейчас буду ребятам звонить, потому что это не понял. Тут же дверь была открыта. Это вот она, наверное, и захлопнулась. Может, из-за этого. Может, из-за сквозняка. У меня руки трясутся. Вот она, эта дверь. Она была открыта. Я вам сейчас кадр покажу. Она была открыта.
Это еще хрень стоит, блин. Это жесть. Блин, я побежал, короче, на выход. Господи, боже мой. Я, короче, ребята, в шоке. Тут собака должна быть. Ребята, в шоке. Я еле вылез из этой тюрьмы. Я, короче, обосрался, ребята. Я не знаю, это может быть сквозняк был. У меня вообще, у меня ноги вообще не идут. Я не могу ни бежать, ничего. Я просто в панике оттуда вылазил. Мне даже было не до съемок. Я уже начал вот снимать, когда вылез. Ребята в машине. Собака гавкает. Вот я реально шокирован, ребята. Я просто шокирован. У меня сейчас шок. Я никогда не оставался один в таких местах. Но это... Я вон весь по грязи иду. Вообще уже пофигу. У меня реально страх. Все. Я вышел из этого места. Я никогда не забуду эту грешную тюрьму. Вот она, главный вход. Я никогда не забуду это место. Я, короче, все, подхожу к машине. Ноги вообще не идут. Я, короче, вымотан. Просто вот все соки из меня высосаны. Я, короче, в шоке. Что ты? Я в шоке. Я убежал, я даже... Ты что, белый? А что случилось? Там дверь захлопнулась. В смысле? Я не знаю, может, сквозняк. Ну, и там упало стекло, короче, я охренел. Я просто оттуда убегать начал. Может, осыпается уже за счет того, что старое. А где? Какой комнате? Там я сидел в той комнате, ага. Которая, типа, вот у блогеров захлопнулась дверь. И я там сидел, я раз вышел, я услышал, как стекло упало, еще какие-то звуки. И в итоге я захлопнулась дверь. Я даже... Ты видел, что дверь захлопнулась? Я не видел, я слышал, но я снимал моменты, я вот надеюсь, что это в кадре все видно. В первый раз она была открыта, и я иду, смотрю, одна дверь закрыта. Подожди. А, это, то есть не твоя дверь, твоя же была закрыта. Да, другая дверь. И я, короче, туда начинаю заходить, и там шевельнулся пакет. И я, короче, не знаю, это от ветра, короче, или я вообще, короче, я охренел и начал убегать. Я выключил камеру, потому что я не мог там никак снимать. Переломал все ноги нахрен, короче, пока вылазил оттуда. И начал снимать только вот уже когда вылез, потому что мне не до этого было. Я иду, у меня, я даже идти не мог. Я вот медленно шел, потому что я в ахере был. Я в шоке просто. А мы, блин, стоим, думаем, где пиздец, уже время сколько. Короче, такая вот штука. Я туда больше один не вернусь. Да я бы тоже, даже втроем бы туда не вернулась. Все, ребят. Реально... Все, жили здорово. Реально сейчас не до съемок. Короче, все, вырубаем камеру.